поворот опять налево идет. И на повороте налево такая вселенная металлическая такая выпуклая дверь. Потом такая кусок небольшой, ну не пропасти, а просто... Кусок пропасти. Там арматура такая стоит. И там мусором закинуло. Что, Толян, ты хочешь? И там такая написала кружок и стрелка. Рацию. У меня есть. Подожди, Дай это Ляша. Так, давай я это Ляша подам вот на этом. Ну света, да, маловато как-то. Сколько не набрал. Больше не значит лучше. Толян пролезет, все пролезут, да? Короче, Толян прямо и направо. А там дальше тупик, подожди. Пойду и я воду набирать. Фонаря без фонаря. Почему без фонаря? С фонарем. Осторожно, тут арматуры всякие торчат. Жопу не пораньте. Все остальное, что можно? Вот паси. Не, вот это вот, видишь, она сюда не попала, значит, просто я иду, она будет выглядеть. Ну что, я пройду, могу отправить надо с концом. А, это сложно. Сложно, но блин. Стоит того, да? Вот тут грибы. Ну, может и... Может и хочу. Правильно. Ну, что-то вроде того. Давайте дам получше. Давай. Так хоть сюда. Тяндр. Ладно, себе рюкзак. Да. Сзади он нажимается. Что, кто-нибудь идет там или вы с пауками играете? Да. Так, веревку взяли? Взял я веревку, Серега. Я куплю. Так. Шо? Да, да, родной. Я так жду снять с твоего трупа сапоги. Нужно света, больше света. Все, я уже Толяну отдал. Это свет мне пошел. Все. Куда там идти? Ну, он видит, Толяна нет. Я тут. Сейчас все, надо идти. Тут вода в уровень Толяна? Уровень Толяна это 5. Оля, тут прохладно, вот тут прохладно. Оля, тут прохладно. Ты собираешься тоже уже? Там ты не пройдешь, Сережка. Да? Не надейся. Серьезно? Ну, как бы да. Давайте. Волк, вот, пускай пройдет Егор, а мы посмотрим и ты осознаешь. Да. Да, ну ты там тоже волну не гони. Шнурочки. Сейчас так идет, шнурочки забрать.
Да. Что думаешь, нащупать? Ну все, ты как человек с сапогами можешь себе позволить. Рыжик, а моя курточка у тебя или где? Да, у меня в машине была. Я понял. Блин, а где? Слушайте, я тоже так хочу. Как вы это делаете? Так я что, получается, самая принцесса, и вы меня здесь бросите? Ну? Я сейчас перейду на пони. Спасибо. Я так понимаю, там далеко, да?
Офигеть. Чего? Да, тут какая-то не очень металлическая штука. Вот давайте остановиться на двери. Окей. Прости меня. Нет, они мне как раз. Я не могу пропустить выборы, да. Даже если сломаешь кредит, ты все равно придет. Это будет такая хорошая история. В новинах. О, да. Про то, как человек даже. Что? Это оно? Это оно, оно. Оно преследует тебя. Да, ненавидел этот фильм. Говно преследует тебя? Оно. Там сидит клоун, я знаю. Так, все, тише, тишина. Саляш, подожди, может, у тебя веревка? Почему без рюкзаков? Тут высоко, Егор, я немножко боюсь высоты. Я тебе помогу. Это как слегонца совсем. Ну, там, где мы спускались по лестнице, знаешь, тоже было высоко. Уже второй этаж, этаж. Это вот это что-то. Блин, ну она все равно может отвалиться с корнем. Мы можем тебя привязать с корнем. Саляш, может, мы тебя привяжем? Если ты уронишь мой фонарик, нет, если ты упадешь и умрешь с моим фонарем. А, кстати, ну это так, на случай войны. Если это вдруг рамочка будет падать, никуда не стыкивайся, держись, она же рамочка. А, лестница вот там, где Толик сейчас ползет, да? А, да. Там есть лестница. Ну. Все неплохо. Ну что, привязывать, не привязывать? Егор, может, не надо сюда всем становиться? Да их пока двое. Ну как? В этот раз снимает. А что, не снимал? Ну, прикинь. Провал вообще был. Ну нет, все хорошо. Толян пролез. Егорчик, попозируй мне там. Так, красава. Будет удобно, если ты не будешь смотреть в кадр. Но все равно ни хрена не будет видно. Вы такие смешные в респираторах, вы бы знали. Что сделать? Меня ходу пугаешь? Это нормальный звук. А что, вот туда никто не спускался? И наверх тоже никто не залазил, да?
Подождите, я сюда хочу. Если что, то здесь тоже что-то есть интересное. У меня фонарь есть? Нет. Нет? А так? Держи. У меня эта крышечка отвалилась. Давай. Я поправил. Она же снизу. Ну, что-то видно. А, спасибо. Все нормально. Сейчас. Ай, ну тебя! Ты клёвый девочка. Левня. Тут своди-ка аккуратно дочки. Белки это полезно, не надо. Это хорошо, согласен. Им же интересно, небось. Ну давай прямо сходим, удивим всех. Вот ты же ёжик. Надо, чтобы Толянчик мне посветил. Толян, хоть сюда. А вот это вид, да? Видимо, да. Толянчик, жахни сюда фонарем. Там его можно чуть лучше фокусировать. Дай-ка. Подожди, а ну-ка. Не надо. Да вон видно там вода. Пора бросать уже вещи. Ёба, сука! Дай себе фонарик обратно. Нахер тебе. Ну, кто хочет наверх? Это доски, а доски опасные дела. Да, только по краю. Не думаю. Мне особо проще не отрабатывать. А лево? Давай. Что, свет включить хочешь? Ну, не работает. Не работает свет? Дай-ка. А вы туда в конец ходили, Серега? Ты сходил туда в конец? Там есть? Там конец? Ну. Не помню. Я думаю, что здесь просто комнаты, а это как раз таки шкаф. Надо сходить. Так, туда я уже не допрыгнул, наверное. Ахтунг? Нет. Так, ну я бы шел уже. Мы... Так, ну-ка.
зал. Зал? Ну. А где приемная? По-моему, приемную мы уже прошли. Там же есть книга. Да, тут много чего есть. Ну. Ты видишь, они пронумерованы в комнате все. Да? Кто-то не нарвало. Это был второй этаж, но смотрите. Понятно. Здесь, да, это третий, это третий. Мы пришли на второй, там выше первый. Комнаты пронумерованные по этажам. Но мы уже на третьем. На третьем. Чё там? Ты классно говоришь. Ничего не слышал. Я занимаю вас издание. Ага, как мы заговорили. Интересно. Ой, тут тоже хорошо. Что-нибудь есть? Огромное спермотоварение. Да, и не говори. Реально огромное. На чем они здесь живут, хрен пойми. Егор, смотри, огромные сперматозоиды. Ну как? Как и понимаю. Ты что, маленький? Да. Я бы даже сказал. Смотрите, сапог хлявный. Я себе возьму. А, нет, низкий. Опаньки. Представляете, я тут черный металлолом сдался. Металлолом самовывозом, да? Привет. Тебе привет. Да. Нет, все, порезали и украли. Где Егор? Егор, ты понимаешь, что бункер можно особо и не копать? Да, я вполне понимаю. Надо просто узнать, как добраться до сюда. Быстро. Да, с ружьем. Блин, тут это... Ты хотела уйти? А, так это Ахтунг сюда, видимо. Да. И... Это не налево Ахтунг было, а куда Ахтунг? Так, аккуратно. Да, ну. А, Ахтунг стрелочка вот сюда. Да, да. Да вы задрали кидать все что-нибудь. Интересно. Харе уже. Ребята хотели сказать, что будьте осторожны. Что тут написано? Переход. Переход? Ну, я не знаю. Что? Не вали сюда, похоже. Ну, посмотри, тут написано просто переход. Переход там.
Соответственно, может туда вот под низ подлезть? Здесь вот подлезть. Дырочку. А с этой стороны нет? Нет. Нет. Нормальный герой. Ой. Не, там тупик. В смысле, там вообще ничего нет. Даже... Но там что-то есть. Коммуникации. Это уровень фальшпола, на нем пол лежал. Да, действительно. Причем много. Сережкин себе ту комнату забрал, да? Ой, я сдерся. Это реально казармы. Ну, тут как бы должно было быть два таких барабана. И, наверное, они где-то есть. Один жилой, один... Я хочу туда. Андрей, ты не слышал? Да нет, это просто комната зачеркнута зачем-то. Знаешь, места хватит на всех. Ну, да. Немножко подмести. Да. А с остальных будем как-то бутстрапить. Деньги за аренду снимаем. Я да. Что? Ну да. Все вниз. Сережкин. А, ты здесь. Ты периодически пытаюсь считать людей. Так я же ногами по краям ступаю. Ну, я так посмотреть. Что растет? Ну, в принципе, стрелка вниз. Стрелки меня вот вообще не радуют. Молодцы, ребята. Знаете, минуту, я в Half-Life играл. Ты знаешь, там постреляешь и все. А потом начинаются всякие катакомбы. Блин, тут, смотри, от пара какой-то. Печи! Так мы что, не хотим обойти каждый этаж? Да, давай, Толянчик. Бережи себе. А что вот это тут значит? Огонь. Там какая-то мисочка есть.
Берег, береги. Природу? Природа, твою мать. Не, пошли вниз. Минус природа. 2 градуса, смотри. Что, серьезно, природа? И чьи-то сапоги тоже. О, тарелка. Смотрите. Ну. Здесь кто-то жил. Ну, может, кто-то там все еще живет. Что беречь? Природу. Ты не знал их, хиба? Смотри, минус 2. Дошли. Где они? Я еще не дошел. Поздно, ты уже третий. Дашка, рвись вперед. Я буду лучше последний, чтобы... Чтобы что? Веревка у меня. Чтобы ваши жопы кому-то было спасать. Как ты их будешь спасать, скажи? Ой, спаситель. На восьмой пускай. Это были стрелки их просто... Дайте-ка я сфоткаю. Дурной знак. Дашок, тебя видно особо не будет. Ну ладно, эти в глаза нас еще нормально. Запрещивает. Да, Дашка, посмотри вниз. О. Ты же падать не с тобой. Все, хватит трех. Так я уже готов и мне, я не хочу так высоко жить, я могу и здесь. Десятый, там это уже понты какие-то. Ну что, вода? Где она? Там место есть, чем встать? За телепортная вода. Где пускай? Говорили, вот. Ну, вообще говоря, серьезно, люди обещали, что здесь будет вода, в смысле, лед. Да, я думаю, ты уйдешь по уши. Почему решили? Это же... Сори. Сегодня грунт будет промерзать. Ну там вот, слушай, садил. Да. Ну так они, может, зимой сюда ходили. Они ходили весной так... и в октябре. Ну, на такую глубину. Ты промерзает. Сама металла. Нет, так, не. Нет. Не. Нет? На 9 этажей нет. Нет, я имею в виду, что почва промерзает на 1 метр. Ну. Так и конструкция максимум там на сколько? Так, еще туда типа никто не хочет, да? Да. Ну и ладно. А что там, товарищка? Так там же дощечки 12 лет. Я думаю, можно наебнуться с этой дощечкой. Можно. Но тут как-то это чем дальше, тем глубже эти дощечки уходят. А здесь так атмосферно, знаете, так капельки падают. Вот это, мои дорогие друзья. А, Валя, кстати. Ну? Садись на дверь, я тебя на дверь довезу. Довезу. Так. Не сядешь на дверь? Нет. Можно доехать. Уверен? Да, я уже попробовал. Ну там скользко, я бы сказал. Ну что? Уютненько. Мне вот скажите, в каком вот эти вот отверстия дыры. Мне интересно, это подрезали трубы или не было? Не было. Зачем здесь трубы? Нигде нету следов. Вон, видишь, Толян, труп полно. Можно, Толян, нужно фонарик. Они заготавливали, а тут были бы системы вентиляции, вот такие.